преддверии полугодичного выпуска меня накрыла рутина, и челлендж превратился в однообразное повторение действий. Вроде такое случается, нужен источник вдохновения. Но пока остается прыгать в воду. Каждый из нас вправе находить свои собственные смыслы, кроме субъективной веры не существует. Поэтому каждое утро нужно во что-то верить, чтобы идти вперед. Города перекрыт, чтобы тысячи военных репетировали, как провести белшину по центру города. Когда блокчейн меняет экономику мира, автопилотируемые автомобили, роботы шагают по планете. У нас в Беларуси ночью пробуют в тестовом режиме запустить трактора. А кто-то танцует.